Ну что ж, это всем здорово, и Кайсерка, добро пожаловать за Joy of Creation. Вышло обновление, вот. Так, кто же здесь играет? Опа-на! Никита и Филипп, что вы здесь забыли, кстати? Мультиплеер не работает, Никита с Филиппом. Сегодня не будем мы с вами играть. Так. Список лидеров. Я был на первом месте, вы чё? Вот, я где я? Вот. Офигеть. Я протестую против такого, все, их всех надо забанить. Ладно, погнали, так. Мультиплеер, ой, классический, а, нет, обновление. Что же здесь добавили? Так, это, сейчас мы с вами логичным методом воспользуемся с вами. Так, погодите. Вот так вот, оп, 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 и вот так. Обновление 0.4.5. Добавлены другие оружия, окружающие звуки. А, звуки карты, прекрасно. Это только у Фредди зря это сделали. Мне кажется, у Фредди надо наоборот убавить звук, потому что его шаги перебивает. Весь этот дождь. Улучшенная графика в режиме Чика. Ура! Новая графика. Это я ждал. Разработчики хорошие. Ух ты, соседи! Ой-ой-ой! Зес, блядь. Все, могу снимать. Ура! Победа! Так. Улучшено несколько моделей, лампа и блок предохранителей. Исправлена ошибка в таблице лидеров. Исправлена ошибка Айчика. Исправлена ошибка со звуком. Понятно, короче. Погнали, давайте протестим Чику. Чику, 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 Чику хочу. Так, классический Чика. Играть, 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 играть. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как классно. Ой, ребят, это прекрасно, это реально прекрасно. Я надеюсь, что то, что у меня соседи там не будут орать. Ну, то есть опять сверлить. Хотя бы пять минут. Мне надо снять просто игру 5 минут, пожалуйста, помолчите. Вот. Господи, так. Я надеюсь, то, что я до этого еще видос снимал, но я был у наушников. Я надеюсь, то, что там не было слышать соседей. Точнее, я вообще надеюсь, что там соседи не сверлили в это время. Так, камни. Ну, задание мы видим, так и не появились, но это ясно. Они бы так и написали задание. Мы сделали задание, мы молодцы. Видно, что да, графика стала вообще шикарной. Ну, как я и говорю, разработчик. Она там. Кстати, да, Чику теперь стало легче увидеть. Я ее звуки слышу сейчас. Я сейчас слышу, как она там постоянно передвигается. Она за мной сейчас бежит. Вот я ее вижу. Вот видите ее? Она побежала! Подавился. Ой, соседи, ой. Ну хотя бы я доиграл эту игру без проблем. Давайте еще одну карточку. Давайте попробуем что-нибудь. Они, по-моему, даже невидимую стену, кстати, сделали, если не ошибаюсь. Если я правильно все заметил, то они реально сделали невидимую стену. Не, ну фонарик, конечно, это чудо какое-то. У нас фонарик очень яркий. Это не проблема, не знаю, или проблема. Хотя хз. Я иду просто по тропинке. Мне никакая Чика не мешает. Нет, теперь я слышу, вот туда, вот там ходит. Вот там ходит. Погоди, нет. Она слишком быстро подошла. Ты слишком быстро подходишь, Чика. Слишком близко. Не надо слишком близко. Чика. Где я? Я потерялся. Чика, стань. Да нет! Я буду далеко от тебя, стой! Так, наушники брать, дай-ка. It is beautiful, ребят. Назад меню.
О, из Англии? Ладно, так. Так, ага, да. Так. Блин. Я когда лежал в кровати, вы бы знали, как меня соседи бесили. Я просто пытался уснуть, а они сверлили, сверлили. То, что я подаю жалобу в суд. Шучу, не надо. Все, мультиплеер. Хочу мультиплеер. Я знаю. Разработчики молодцы, они сделают мультиплеер с прохождением, а не как в прошлый раз, просто от Фредди бегать рекорд. Вот. Я потом наконец-то буду на стримах с подписчиками играть. Будет очень классно, наверное. Вот. Настройки. Разработки. Это, наверное, тест, да? Не знаю, что это. Так, перевод можно? Перевод. А, это для девелоперов. Хочу быть тестером в игре. Ладно, кому я нужен? Игра резко стала популярной. Короче, ее снял популярный летсплейщик, на мое удивление, он ее снял. Вот. Но это правильно, что он ее снял, игра реально качественная. А, бу. А, зачем оно? А, типа, когда заходишь в настройки, чтобы все у тебя блурилось, да? Или что? Не знаю. Вот это Depth of Field прикольная штука тоже. Показывать FPS. Чё? Ой. 60 FPS, я молодец. Skip warning. Не, я не буду скипать, мне нужно. Короче, ребята, мы с моими соседями прощаемся с вами, ребята. В общем, покедова, ребят, вам. Передавайте привет соседям моим. Вот, так что всем покедова. Всем удачи.